делюсь простым рецептом брусничной пасты, нежнейшая консистенция, чуть гуще, чем смузи или мусс за счет добавления крахмала, вкусная фруктовая паста, хорошо подойдет для утренних тостов, полезно. Это очень простой рецепт брусничной пасты, бананы, обязательный ингредиент, чтобы получилась нужная для пасты плотность, а вот вишню можно заменить любым другим фруктом или ягодкой, экспериментируйте и будьте здоровы. Досмотришь инвидо и я предложу записать список ингредиентов. 1. Подготовим ингредиенты, вишню и бруснику моем, из вишни удаляем косточки, бананы режем кружочками и складываем все в блендер. 2. Отдельно йогурт смешайте с крахмалом, старайтесь сделать так, чтоб крахмал размешался полностью, можно для этого отдельно его растворить в столовой ложке горячей воды, заливаем фрукты и измельчим в блендере. 3. Перекладываем в креманки и даем постоять в холодильнике, чтобы консистенция стала кремообразной, готово. Вкуснее тем, кто подпишется. А теперь ингредиенты. Вишня без косточек, 300 грамм, брусника, 200 грамм, бананы, 2 штуки, йогурт, 1 стакан, крахмал картофельный, 0,5 чайных ложки, количество порций, 2-3. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Жду вас снова.